Привет, друзья! Читал недавно статью интересную про Помпео. Ссылка на статью в описании к видео, но если вкратце, зачем Помпео приезжал? Помпео приезжал типа как разведка боя, то есть предложить России нечего было, то есть какие-то договоренности никто не рассчитывал, просто прощупать почву, типа чем дышит Россия, что может там уступить, что может предложить, туда-сюда, уехал ни с чем. По сути, американцы предлагают России Украину взамен на то, чтобы Россия не мешала им рулить по всему остальному миру. Плюс к этому Трамп, когда избирался, обещал, что наладит отношения с Россией. Но не потому, что он хочет дружить с Россией, а потому, что у них силёнок не хватает задавить и Россию, и Китай. Поэтому те, кто стоит за Трампом, продвигают такую идею, что, давайте мы замиримся с Россией, Россия нам не будет мешать, а мы займемся конкретно Китаем. В то время как те, кто стоял за Клинтон, те собирались повышать ставки, вплоть там до войны, в общем, типа, нет, мы всех порвем. Но так как Россия усилилась, Америке нечего предложить России, то так все это и будет продолжаться, потому что констатировать Трампу, что Америка уже не такая великая, он не может. Он будет все так же делать вид, что мы крутые, все такое. По факту будет Америка слабеть, Россия усиливаться, только если не произойдет чего-то экстраординарного. Всем пока!